10 сезонов. 166 городов. 960 часов в воздухе. 780 тысяч километров. Вы думали, что видели все? Настоящие приключения только начинаются. Мы продолжаем юбилейный сезон «Орла и решки». Все его ведущие снова собираются вместе. Привет! И каждую неделю новая пара. Таких дуэтов не было еще никогда. Настя Короткая с Колей Сергой, Алан Бадоев и Регина Тодоренко. Вы это увидите. Новые страны, новые приключения, новые дуэты ведущих. Неизменным остается только одно. Кто будет жить как миллионер, а кто выживать, по-прежнему решают Орел и Решка. Алло, привет! Регин, привет! Ты не поверишь, вообще на краю света. Регина, привет! Приветик, привет! Алло, привет! 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 Алло! Если у меня дешевый роуминг от Киевстар, это не значит, что мне нужно звонить каждые 5 минут. Ну, хоть фотки выкладывай. Интернет-то у тебя тоже дешевый. Холодно. Холодно. Колготки с начесом взял? Взял. Встречайте, Женя Синельников и Регина Тодоренко. Привет, друзья! Это «Орел и Решка», и сегодня с Региной мы не просто так где-то. Мы за полярным кругом, да. Где целую ночь светит солнце, да. Где белых медведей больше, чем людей. Где вечная мерзлота, друзья. Одним словом, мы на Шпицбергене. Что такое вечная мерзлота? Как в холодильнике, только без возможности разморозиться. А, угу. Давай мы сейчас, знаешь, как сделаем? Подбросим монетку. И ты будешь ходить и вот этими пальчиками искать вечную мерзлоту. Знаешь что? Сейчас улыбка примерзнет. Подкидывай. Орел. Решка. Ну, конечно, а что тебе еще остается? Убери руки холодные. Убери. Я выиграл. Маленькая капуста. Не надо мне ничего. Медведи. Да, не надо. Арендуй ружье, они же тебя съедят. А меня нет. Какая радость. Та-да. Та-да. Может быть. Дима карта. Шпицберген, или по-норвежски Свальбард, это замерзший архипелаг на самой макушке мира. Здесь солнце не садится по полгода. Здесь белого медведя встретить проще, чем человека. А люди живут по законам суровой природы. Сегодня Орел и Решка отправляются в свое самое северное приключение. На Шпицбергене эту машину берут в рентале всего лишь раз в год, не чаще. Это самый непопулярный транспорт на острове. Почему? Потому что стоит целую кучу денег. Как раз такая куча денег у меня и есть. 2 дня меня будет возить брутальный Хаммер H2. Такой танк не испугают ни бездорожье, ни белые медведи. То, что надо. Простому смертному из аэропорта можно уехать только на автобусе. Расписание. Ага. Следующий автобус ровно через час. И стоит 75 крон. Немало. Деньги поменять. Деньги поменять. Аэропорт тепленький. Здравствуй опять. Hi. Hello. Can you help me? I'm looking for currency exchange. In town. In town? Yes. Ага. Okay, thank you. Обмен валют только в городе.
Стой. Регина, ситуация следующая. Обмена валюты нет. Я не могу поменять свои 100 долларов на кроны. Поехали отсюда скорее. Ты можешь меня подбросить? Куда? До города. Пожалуйста. Вот оно, видишь, мир круглый. Бумерангом возвращается. Это тебе месть. За Бильбао. Не хочешь прокатиться на автобусе? Знаешь, за свои поступки надо отвечать, Женечка. Все. Холод. Бильбао было не так холодно. Регин, конечно. Регин. Ну реально, ну это несерьезно. Мне тоже было холодно, я плакала. Ничего не поделаешь. Без местных денег придется идти до ближайшего города пешком. Сейчас меня совесть просто загрызет. А вдруг он замерзнет? Сам виноват. На Шпицбергене жуткий дубарь. И дует тут ледяной ветер. Даже летом редко бывает теплее 6 градусов. Что это такое вообще? Вот оно, полярное лето. Одуванчики растут. Суровые северные одуванчики. Скорее меня ветром сдует, чем эти одуванчики. Именно из-за постоянного холода на Шпицбергене разместили одно из самых странных и необычных сооружений мира – Всемирный банк семян или хранилище судного дня. Это бетонный бункер, уходящий глубоко в гранитную скалу. В нем хранятся семена самых важных для человечества растений. В случае атомной войны или падения метеорита они понадобятся для того, чтобы возродить жизнь на Земле. Ну? Закрыто? И шо? Вот вам и нате. Я, может, единственный выживший после этого апокалипсиса. Шпицберген – особенная территория. Формально она принадлежит Норвегии и живет по норвежским законам. Но согласно специальному договору, около 50 стран мира могут создавать тут свои поселки, добывать уголь и ловить рыбу. Сейчас на Шпицбергене три норвежских поселка, польская станция, один действующий российский поселок и два законсервированных. Ну, вот мы, собственно говоря, и въехали в самый крупный город на острове – Лонгир. Здесь, как бы, 25 разноцветных домов, три улицы и один супермаркет. Перед началом своих северных приключений я решила поселиться в отель. Тепло. Кстати, маленькая особенность Шпицбергена. Тут, куда бы ты ни заходил, в жалкую лачугу, или в фешенебельный ресторан, или в гостиницу, нужно разуваться. Прямо на входе. Это давняя традиция. Раньше в Лонгиире жили одни шахтеры. И чтобы не нести в дом угольную пыль, они все разувались. Hi. Hello, welcome. I need your best and luxury apartment. Do you have a booking? No. If you wanted to have the suite, you might want to be two months ahead of time to book. Maybe you have another. I have another, yes. I have a triple room. Представляете, чтобы поселиться в этом отеле, нужно было регистрироваться за 2 месяца до, как минимум.
Это какой-то тоннель. Отель Base Camp – самый необычный на Шпицбергене. Он стилизован под угольную шахту. Деревянные подпорки. Стены черные, как пласты угля. А вот и моя. Штольня номер 9. Честно, выглядит устрашающе. Просто какой-то лагерь в деревне. Все обито деревяшками. Половичок, смотри, как у бабули на даче. Плетенышко. Мне достался трехместный номер за $322. Выполнен он в стиле «домик охотника». Если честно, больше похоже на домик трудовика. Стены из неровных досок, стулья из пеньков, полка из старого ящика, а вместо стола вообще камень. Прям плита. Фуй. За 40 минут и я добрался до столицы Шпицбергена, города Лангир. Ну как города? С виду он больше напоминает какую-то базу полярников. Дома, похожие на ангары. Три улицы. Во дворах припаркованы снегоходы. И никого. Все дома в городе на сваях. Да ладно, что там дома? Все коммуникации, все трубы на 1.5 метра выше от земли. Потому что, когда заканчивается лето, приходят снега. И потом попробуй докопайся до этой трубы. Тут на Шпицбергене очень много всего самого-самого северного. Самый северный университет. Самый северный дом культуры. Ну и самая северная церковь. Шпицберген – суровый край со своими обычаями. Например, тут не закрывают двери в дома. Все для того, чтобы человек в любой момент мог забежать вовнутрь и спрятаться от белого медведя. Ну или просто зайти погреться. В церкви ни души. Зато всегда есть горячий чай и кофе для замерзших путников вроде меня. Посижу еще чуть-чуть. Сразу за городом начинается лютое бездорожье. Поэтому любоваться красотами острова можно только с воды или с воздуха. Я, как богатый турист, арендовала себе тур на катере с русским гидом по Северному Ледовитому океану. Прям, когда надеваешь такой костюм, чувствуешь себя героем американского кино, первооткрывателем, типа Бэр Гриллс. Я царь природы! И море мне по колено, и даже Северный Ледовитый океан. Прошу на корабль, да. Береги себя. Когда у тебя в кармане всего $100, с такими активностями можно сразу же попрощаться. Прогулка на корабле по Северному Ледовитому океану. 1450 крон. 1450 крон! Квадроцикл. 790 крон стоит покататься на квадроцикле в качестве пассажира. 790 крон. Это весь мой бюджет.
Парадоксально, но в такой дорогой стране, как Норвегия, на Шпицбергене, где все, ну, просто баснословных денег стоит, бесплатно можно взять велосипед. Правда, их разбирают очень быстро. Так, бесплатно? Бесплатно. Лангир оживает только на пару часов в день, когда к причалу приходит круизный лайнер. Туристов на котором больше, чем жителей города. Шпицберген – это безжизненная полярная пустыня. Все, что здесь есть – ледники, темные холодные воды океана и мертвые горы, которые напоминают гигантские акульи зубы. Сюда Андерсен в своей сказке определил владение Снежной королевы. Лучшего места не найти. Тут только холод и вечность. Норвежский корабль рыболовецкий. То есть ему уже больше 100 лет, он здесь лежит до сих пор. Представляете, вот этому кораблику больше 100 лет, а дерево вообще не гниет. Здесь же в основном среднегодовая температура все равно отрицательная, бактерии никаких не живут, поэтому дерево сохраняется намного лучше, чем железо. То есть вот эта вот штуковина еще будет лет 500 стоять? И 1000 прилежит, если на сувениры туристы не растут. Понятно. Шпицберген – как большой холодильник, где все консервируется и сохраняется навечно. Даже тела умерших тут не разлагаются, а мумифицируются. Со временем их выталкивает наружу вечная мерзлота, а это привлекает белых медведей. Поэтому на острове официально запрещено умирать. Но если вы были выдающейся личностью, внесли огромный вклад в развитие острова, то вас могут похоронить на Шпицбергене. Но только с личного разрешения губернатора и только прах в урне. У него нету запаха, и медведи не разрывают могилы. Удивительно, но здесь нельзя не только умереть, но и невозможно родиться. Это тоже запрещено законом. На всем Шпицбергене нет ни одного роддома, и всех беременных отправляют на материк. Цель моего путешествия – ледник Норденшельда. Прям чем ближе мы подплываем к леднику, тем холоднее становится. Ох, я прям чувствую минус 20. Вот он, ледник Норденшельда. Ледник – это груда льда, которая медленно сползает с горы к морю. Он нависает огромной стеной высотой в 50 метров. Близко подплывать к леднику смертельно опасно. От него постоянно откалываются глыбы льда, которые могут похоронить лодку. У меня сейчас слезы потекут. Я такого в жизни не видела. Матерь Божья! Это одновременно круто и одновременно страшно, мамочка. Вот
Вот ради такого стоит сюда плыть, стоит фигачить 2 часа против ветра с водой в лицо. Ну вот чтобы такое увидеть. Вот так с жутким грохотом откалываются льдины, падают в воду и становятся айсбергами. Возможно, какой-нибудь двоюродный дедушка той льдины утопил когда-то Титаник. Сейчас будет самое опасное развлечение в жизни человека. Фото на айсберге! Страшно, но круто! Мамочка! Мамочка! Обалдеть просто! Это было просто круто, невероятно круто. Прокатился по городу уже 3 раза. Заняться тут есть чем. Да вот не на что. Но выход есть. Нужно отправляться в поход за пределы города. Только так можно увидеть по-настоящему дикие места. Заброшенные шахтерские поселки и встретить белых медведей. Но к такому экстремальному походу нужно хорошо подготовиться. На Шпицбергене нету обмена валют. На всем острове нету обмена валют. Либо кроны, либо банковские карты. У меня доллары. Выход только один. Обменять деньги здесь нельзя. Их можно только разменять. В супермаркете можно расплатиться долларами, а сдачу получить в кронах. Жвачки по 20 крон. Яйца 53 кроны. Молоко 41. Ёханый бабай. Один огурец 25 крон. Помидоры. 99,90. Да, цены, конечно, не разгуляешься, но наши там подешевле. Вот полуфабрикаты. Возьму суп. 47. Не возьму суп. Абсолютно все продукты на Шпицбергене привозные, поэтому стоят нереальных денег. Зато тунец 7,50. А еще в Норвегии очень дешевая икра. Вот такая вот, в тюбиках. Чья икра, непонятно, но цена мне нравится. Самый дешевый хлеб 28 крон. Не, ну не умирать же с голоду, я возьму самый дешевый хлеб. 30 крон. Буду есть хлеб. За 77 гривен. Итого у меня почти 700 крон. Thank you very much. Thank you, bye-bye. Bye. Сейчас вам покажется, что я приехала в какой-то ПТУ или в тюрьму для малолетних преступников. Нет, это не так. Вот это здание – один из самых дорогих ресторанов в Норвегии. Я не шучу. Ой, какая милота-то тут. Очень симпатично. В этом ресторане подают традиционные шпицбергенские блюда. Maybe you can advise something. Sure. Some special dishes, maybe. Of course. Мясо тюленя с пюре из цветной капусты, чесночной пенкой и зеленью. Excuse me, where is the seal? The seal is here. А, вот эти маленькие круглые колбаски. Кружочки, похожи на колбаски. Это тюлень. So enjoy. Thank you very much.
Я же думала, что сейчас принесут кусище жирного тюленя с прослойкой. А оказалось, нет. Традиционные шпицбергенские блюда – это жареная тюленина, вяленая оленина и соленая рыба. Но за такое с приезжих туристов много денег не возьмешь. Поэтому и придумали вот такую замануху в традициях высокой кухни – микропорции со всякими изысканными соусами. Вообще, мясо тюленя отдает протухшим салом. Чтобы хоть как-то избавиться от этого привкуса, его 9 часов вымачивают в соленой воде. Промывают, ошпаривают кипятком, и только после этого его маринуют и готовят. Но даже это не помогает. Это на вкус? Сейчас все подумают, что я это пробовала. Это на вкус, как потный носок. Это отвратительно. Фу, как они это едят? Главное блюдо – мясо шпицбергенского оленя с жареными лисичками в пикантном соусе. Если теперь еще и оленя кажется плохим, я не выдержу. Я хочу есть. Он же мягкий, это молодой олень. Короче, когда мясо вот такое розовенькое и мягенькое, это значит олененок до 6 месяцев. Бедняга. Очень свежая. Вот чувствуется, что очень свежая, свежая оленина. Как будто только что буквально прискакал олень за окном, его взяли и... приготовили. Кстати, смотрите, интересный нюанс. На карте города, вот розовым, обозначена зона безопасности, где ты можешь ходить и не бояться белого медведя. А вот здесь вот уже в безопасности ходит белый медведь и не боится человека. Бумажные карты, это, конечно, прекрасно, но только неудобно. Ветром сносит, промокают. Короче, вчерашний век. То ли дело карты современные. Особенно, когда под рукой мобильный и дешевый интернет в роуминге от Киевстар. Так, Лангир. Белые медведи. Вот кто настоящие хозяева острова. Их здесь больше, чем людей. Людей 2500, а медведей аж 4000. Они огромные, хитрые и беспощадные. Пару лет назад косолапый напал на палаточный лагерь и съел британского студента. Поэтому первое, чему учат в местном университете, это стрелять. Отправляясь за город, каждый должен иметь ружье. Если у вас нет ружья, не беда, здесь его можно арендовать. К счастью, арендовать ружье на Шпицбергене довольно-таки просто. Hi, I want to rent a gun. Yes. Все, что вам нужно... So the paper? Yes, of course. Все, что вам нужно, это справка о несудимости и ее перевод на норвежский. Ружье! Как же это круто! Ай, что же себе выбрать? Может, гладкоствольный браунинг? Или нет, лучше Беннелли 12-го калибра. Или Мосберг с оптическим прицелом. Но мне денег хватит только на вот это. Итак, друзья. 190 крон стоит Маузер 42-го года на сутки. Thank you very much. Yes. Have a nice trip. Thanks. Ну, все. Покидаем цивилизацию.
Я отправляюсь в заброшенный шахтерский поселок Груманд. По прямой до него приблизительно 13 километров. Посмотрим, что там интересного. Там где-нибудь и заночую. И как назло, ни одного медведя! Даже невзирая на то, что у вас есть ружье, в медведя стрелять просто так нельзя. Они здесь приравниваются к гражданам. Только самооборона. Уже ночь. Хочется спать. Пора баньки. С апреля по октябрь на Шпицбергене полярный день. То есть солнце никогда не заходит за горизонт. Для новичка это постоянный стресс. Сейчас уже ночь или еще день? Совсем потерялся. Уже не знаю, где реальность, а где сон. Лангира. Здрасте. Здравствуйте. Что было дальше, я помню слабо. Приехали на какую-то станцию. Ну, давай. А теперь обогрев. Ну, давайте, за здоровье. Спасибо, друзья. И за тепло. И за тепло. Я продолжила путешествовать по Шпицбергену и взяла себе тур в заброшенный русский поселок. Здравствуйте. Здравствуйте. Регина. Саша. Очень приятно. Очень приятно. Куда вы меня поведете? Ну, пойдемте поближе к цивилизации, поселок. Мой гид Александр. Это заброшенный шахтерский поселок Пирамида.
он получил свое название по форме соседней горы. Раньше здесь добывали уголь, но в 98-м году уголь закончился, а вместе с ним остановилась и жизнь в городе. Сейчас в пирамиде живет всего 10 человек, которые присматривают за городом. Я вам скажу, что на Земле осталось не так много мест, где можешь перенестись в прошлое. Поэтому, если вы хотите узнать или вспомнить 80-е, добро пожаловать в пирамиду. Когда-то это был шахтерский рай. Более 1000 человек жили, как в сказке. В пирамиде было все. Шахты, порт, дом культуры, дворец спорта с бассейном, школа, детский сад, кинотеатр. Здесь все привозное. Стройматериалы привозные, трава с материковой части и даже чернозем. Кто бы мог подумать, из Украины. Так что я сейчас в прямом смысле этого слова хожу по родной земле. Ну да, зайдем. 76-й год. Там, значит, там сцена. На сцене, между прочим, стоит самый северный в мире рояль, на котором до сих пор можно, ну не то чтобы играть, но, по крайней мере, какие-то гармоничные звуки, значит, воспроизводить. Сегодня город замерз в анабиозе и ждет, когда люди снова наполнят его жизнью. Так, надо маме фоточку отправить, еще позвонить желательно. Да, мам, привет. Я в Шпицбергене. Нет, связь отличная, я же тебе говорила. У меня роуминг от Киевстар, да. Так ему, в принципе, все равно. Северный полюс, не Северный полюс, да. Который час? Москва 4, местная 3, Гринвич 2. Это дня или ночи? Обсерватория Баренцбург. Баренцбург! Оказывается, геофизики привезли меня в российский поселок Баренцбург с населением в 435 человек. Я так понимаю, это центральная площадь Баренцбурга. Выставка камней, останки кита, ржавая техника. Церковь, в конце концов, вон миру мир наверху. В Баренцбурге чувство, что ты потерялся во времени, только усиливается. Тут все смешалось.
деревянная церковь под старину и подкрашенные советские лозунги. Ржавые развалины и новенькие мультяшные домики. В Баренцбурге еще есть уголь, поэтому жизнь продолжается. Интересно, что уголь тут добывают только для отопления самого Баренцбурга. Получается замкнутый круг. Поселок живет для того, чтобы добывать уголь, который нужен, чтобы жить. Местные говорят, что городок нужен скорее для поддержания имиджа России. А подскажите, пожалуйста, магазин тут? Да. Ага, спасибо. Ну, печенье 195 крон. Ну, как так может быть? А, рублей? А, так это совсем другие цены в рублях. Подождите, а кроны вы принимаете? Нет? У нас только артикуль, вот карточка местная. Вот такие. Вот таким только есть. Или артикуль, или рубли? И не рубли. И не рубли. А, все, я только карточки эти. В общем, цены в рублях, конечно, очень приятные. Баночка икры 400 рублей. А только купить ничего не получится. Но здесь есть один ресторан для заезжих туристов. Там, по идее, должны принимать наличные. Ну что, я ж теперь на русской стороне Шпицбергена. Может, и ресторан себе могу позволить. Проверим. Здравствуйте. Здравствуйте. Покормите меня? Конечно. А как у вас тут, дорого? Конечно. Вот тут я где-нибудь. Недорого? Ой, потому что я, честно говоря, есть хочу, как медведь белый. Этот ресторан – замануха для туристов. Подают здесь традиционные русские блюда по совсем не русским ценам. Деньги у меня остались, так что отъемся за все два дня. На обед сегодня у бедного туриста русские щи и блины с красной икрой. Чувствую себя золотой картой. Ресторан, красная икра, медведь, в конце концов. Цыган еще только подайте мне. Сегодня Орел и Решка прячет для вас самую северную бутылку со 100 баксами. Поэтому спешите. А то через 2000 лет вечная мерзлота вытолкнет ее и какой-то белый медведь подберет. Если вы оказались на Шпицбергене, то 100 долларов лишними не будут. Отправляйтесь к ресторану «Хусет» и ищите рядом с ним остатки старой шахты. Там и спряталась наша бутылка. Полярный день сбил меня с толку, и я совсем забыл о времени. Опоздали мы на корабль. Да. А следующий будет завтра. Ну, если, конечно, с погодой повезет. Да, Ренечка, привет. Алло, Евгений, здравствуй. А ты где? У нас ничего, что 3 часа осталось до самолета. Я в Баренцбурге. Что? Мне очень нужна твоя помощь. Я застрял здесь, и я не могу добраться в Лонгин. Извини, хочется сейчас сказать... Какого хрена? Ты можешь взять какой-то вертолет, спидбот, что-нибудь, приехать и забрать меня? Потому... Ну, давай, я что-то придумаю. Нормальный человек? Глядя на пустынные берега Шпицбергена, не понимаешь, что тянет людей в этот холодный, неприветливый край. Это не деньги, не жажда наживы. Матерь Божья! С
здесь живут люди, зараженные полярной лихорадкой. Hi! Hello! На Шпицбергене ты заболеваешь свободой от людей, от забот. Здесь ты настоящий, здесь ты не человек, ты — вечность. Все, одеваемся. Ой, извини. Как можно? Ты ненормальный. Я просто реально... Ты понимаешь, мы же не успеем. Я все прекрасно понимаю. А ты такой холодный. Полярник хренов. Цветы в студию. Цветы, спасибо. Не в голову уже. А ты че ржешь? Как мы теперь доберемся обратно? Класс. Ну вот кто может на доме 16 века, на исторической ценности, нацарапать Енакиева?